Всем добрый день. Фух, запыхался малость. Бегал много. Я нахожусь на улице, сам не знаю где, то ли Новая, то ли Победы. И хочу одним выстрелом замочить двух зайцев. Осталось только отдышаться. Смотрите, какой красивый, ярко насыщенный зеленый цвет. Я тоже его подметил. Итак, друзья мои, мы на улице Новой, но дальше я туда не пойду, так как заказ был на Нину. Мне заказали Нину. Я, честно говоря, ехал сюда снимать Победы 370, но потом чисто случайно вспомнил, что меня просили про Нину. Правда, говорили, улица Новая. А вот Нина, как выяснилось, находится на улице Победы. Если я, опять же, правильно понял. А тут еще оказалось, что они прям рядышком, поэтому одним ударом, как говорится. Ну вот, просили, пожалуйста, вот дом владения, я так понимаю, что это дом. Называется у Нины, харчевня тоже, соответственно, у Нины. Блины, вторые блюда, первые, чебуреки и компот. Ну, все тут есть, даже шашлык. Честно скажу, никогда не бывал здесь в гостях, не пробовал. Ну, я так думаю, если вы скучаете, наверняка хорошенький. Вкусненькие шашлыки тут с чебуреками. Вот так и написано, харчевня у Нины. Победы 372А. Не Новая. Вспомнили? Пойдемте посмотрим еще на море. Так похоже на машину Размика. Но он не здесь живет. Вот там вот море. А мы идем смотреть 370-й дом. Как выяснилось, 370-х у нас тут тоже, слава богу. АБВГДейка. И вот этот дом уже тоже носит номер 370, но я так думаю, что какой-то 370. Поэтому в каком 370-м вы планируете останавливаться, знаете только вы и хозяева данного домовладения. Домики вот симпатичные, хорошие, интересные. Смотрите, такие терраска вот у этого домика тоже есть. Победа 370В. Да и у другого 370 есть терраска неплохая. Столовая вот, пожалуйста, домашняя кухня. Дома красивые, интересные. Я так думаю, с замечательным видом на море. Здесь вот какой-то натюрморт, водопады. Ну, не натюрморт, а что-то такое. Высажены вот такие вот кипарисики маленькие, красивенькие. Хозяева стараются для вас, стараются, чтобы было все красиво. Цветут вовсю уже розы, не только ирисы эти. Даже уже отцветает роза. Пожалуйста. Внизу, кстати, это еще один 370-й дом, поэтому я же говорю, я не знаю именно, какой дом вас больше всего интересует. Раньше, насколько помню, здесь был хозяин Владимир. Сейчас не знаю, может быть, продал, может быть, нет. Так как у Владимира еще есть домовладение. Магазин продукты. 3 метра. Вот так и написано. 3 метра. Здесь же бьет прям водопадик сразу. Буквально, сколько? Ну, метров 70 вперед и вилла Нина. Автобусная остановочка. Ну, даже здесь я увидел 370Б. Значит, где-то есть еще 370А и 370. А вот тут уже 372. Короче, пипец какой-то. Там наверху тоже 372. Ну, я думаю, вы уже в любом случае сориентировались. Люблю. Нас любят. Приятно так вот идешь, смотришь, а тебя любят. Вы сориентируетесь, что вот, вот никому домик не нужен, срочно продается. 8-988-235-21-39, как видите. Улица Победы 372. В общем, мы сориентировались, где мы находимся. Я так думаю, я здесь не так давно гулял, вот буквально спускался сверху, вот оттуда вот прямо. И вниз, к пляжу Фламинго. Всем пока, вот видите, надеюсь, того помог.
И напоминаю в очередной раз, что ролики выкладываю на разных дзен-каналах, поэтому, ребят, если вы что-то там заказывали, возможно, он уже выложен на другом канале. Или будет выложен, бог его знает, на каком. У меня их два теперь, Лазовская и Сочи, один дзен-канал, другой канал Лазовская сегодня. Всем пока!